имитация потише, пожалуйста. Ремонтных работ. Ремонт – это всегда головная боль и испытание для близких. Oh, хотя да. Семейная пара из Кливленда со мной бы поспорила. Представьте себе, решили муж с женой отремонтировать дом 40-х годов, так, в котором прожили пару лет. Так. Добрались до подвала и обнаружили там припрятанные чемоданчики. А в них вощеную бумагу, а в ней пакеты, а в них деньги, 45 тысяч долларов, которые супруги собираются внести на погашение ипотеки. Старинные сокровища – это приятно, ничего не скажешь. Но наряды, которые коллекционирует наша соотечественница Марина Иванова – вот настоящее сокровище для знатоков и ценителей. Всего хорошего. Смотри, все просто. Соотечественница. Соотечественница. Так получалось же раньше. Этикету дама переодевалась 5-6 раз в день. На каждый случай в жизни должен был быть свой наряд. Вот платья, у которых мы сейчас стоим, предназначались для скачек. 340 светских женских нарядов 18-20 веков. Именно столько костюмов в самой большой в Украине частной коллекции, которая принадлежит Марине Ивановой. Я начала коллекционировать 40 лет назад. Все началось с моей семьи. У меня бабушка очень хорошо шила, и много из этих костюмов принадлежала ей и даже моей прабабушке. 1912 года у меня есть платье, есть бальная накидка. И когда я сама стала преподавать курсы кройки и шитья, я это все собирала как учебный материал, и никто не думал о каком-то создании этого музея. В 2007 году Марина открыла музей. Долгое время женщина собирала свою коллекцию по крупицам. Это были шляпки, сумочки, жабо, которые постепенно превращались в полноценные образы. Мне приходится смотреть на аукционах вещи, но лучше всего, конечно, выезжая за границу, самой посмотреть. Мало того, у меня в уме уже стоит, например, к бордовому платью нужна бордовая шляпка. К зеленому нужны зеленые перчатки и зонтик. Чтобы образы были подлинными, Марина изучала историю костюма и тщательно подбирала каждую деталь. Необходимое искала за рубежом на антикварных рынках и покупала на онлайн-площадках. Последним приобретением является платье, которое стало изюминкой коллекции. Вот это платье из изумрудного атласа выставлялось в музее «Метрополитен» и имеет свой инвентарный номер. Мы купили на аукционе eBay. Было 38 желающих его купить, но мы дали самую большую ставку. Но бывает и такое, что дополнение к костюму не находится годами. Лиф, например, вот сейчас мы ищем ярко-фиолетового цвета, бархатный. Но к нему мы не можем найти точно такого цвета, такого периода, это 1880 год, такую юбку. И вот он уже висит 15 лет, а юбку найти мы в течение этого времени не можем. Это не помешало Марине установить рекорд и стать владелицей самой большой коллекции в Украине и представить кропотливую работу долгих лет людям. Пришла целая комиссия. Они были у меня на трех выставках. Выставки были в Межигорье, в Текстиль Контакте. И они со счетчиком ходили, пересчитали все костюмы, которые были уже укомплектованы. То есть костюм – это не только платье, но это зонтик, веер, шляпка, это шаль, это воротничок. Вот уже 40 лет каждый день своей жизни Марина проводит в поисках и реставрациях новых предметов гардероба для своей уникальной коллекции. Все для того, чтобы однажды подарить ее таким же влюбленным в свое дело потомкам.